Для многих зима и снег – неразделимые понятия. Но вот у погоды свои правила. Зима в этом году выдалась совсем бесснежная, без сугробов и снеговиков. Мы решили узнать у жителей Славянки, ждут ли они еще первый снег этой зимой или нет. Нужен, конечно, что это за зима без снега? Очень хочется, чтобы порадовал своим видом, чтобы пыль немножечко прибил. Конечно, хочется первого. И еще снега. Он уже вроде как пугал нас немножечко. Вот. Но хотелось бы, чтобы упал побольше, посильнее. Вы знаете, наверное, будет снег 8 марта, как обычно у нас в Славянке. Ну, честно, да. Пыли, чтоб не было. Нужен. А зачем? Ну, красиво же. Хочется снега? Да. Угу. Спасибо большое. А вам? Снег, да, ждем. Что будете делать, если снегопад вывалится? Купаться в снегу. Ну, привычно. Я с крайнего севера, мне привычно. Я его жду, мне хочется. Просто для радости. Мы уже посмотрели, его не будет. А хотелось бы? Нет. Уже не хочется? Нет. Грязная дорога. А тебе хочется снега? Да. А что будешь делать, если снег выпадет? Снеговика лепить.